Всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Fable Anniversary. В прошлой серии мы победили главаря разбойников по имени Два Клинка, и, собственно, в этом его лагере нашли свою незрячую сестру. Да, вот так вот. И, собственно, все. Что делать дальше, нам так особо не сказали, но намекнули то, что надо заглянуть в гильдию героев. То, что там, во-первых, нас наверняка ждет очень много новых квестов, это раз. Во-вторых, там... Ну ладно, не важно. Там еще нас ждет Мейс. Тепнулись, интересно, окей. А, наставник, что-нибудь расскажешь? You should speak to Maze. He's waiting for you in his quarters, located in the big tower at the back of the guild. Окей. А, давайте, наверное, только для начала переоденемся. Там мы ходим в разбойничьем костюме. Он, ну, не очень мне, во-первых, нравится, во-вторых, он мне поднадоел уже. Так, без одежды, наряд разбойника, наряд наемного убийцы у нас не готовый, кожаный костюм у нас, только одни ботинки. Платье. Платье, по-моему, полный, кстати. Наряд темного мастера воли, светлого мастера воли. В этом, по-моему, ходили большую часть игры. И, пожалуй, походим еще некоторое время. Так, а где комната Мейза, я, кстати, плохо помню, но, по-моему, туда надо проходить через двор, через вот этот. Да, где-то здесь. Кстати, как-то учеников поубавилось в гильдии героев. Обычно их тут достаточно много бегает в своих мантиях. Так, да, это башня Мейза, он заседает где-то наверху. Мейз, ты тут? Привет, приятель. So, you really found your sister? I'd never have imagined her living among bandits. You've really come a long way these last few years, haven't you? People are starting to ask when they'll see you in the arena, out in Witchwood. But before you go wandering again, I've left a quest card of my own. A favor, if you will. An old friend of mine has gone missing. Calls himself the Archaeologist. He may have stumbled onto something big. Perhaps big enough to put his life in danger. There's a rumor that he may be hiding somewhere in Witchwood. That is, if he isn't dead already. You can use a Cullis gate to get there. I only hope it isn't too late. Aha. You've received a new quest card. Ведьмин лес. Знакомая локация, на самом деле. Так, ну да ладно. Так, нет, оружия мне не надо. Ну, прежде чем мы туда отправимся, я думаю, мы возьмем... Да что ж ты сегодня застреваешь? Мы возьмем еще других заданий. Если они, конечно, есть, они, по идее, должны быть. И, в принципе, у меня есть еще идеи, чем мы хотим заняться. Лавочник? Нет, мне от тебя ничего не надо. Так, убийство торговцев, спасение торговцев. Убийство или спасение?
Известность дают одинаково, денежное вознаграждение одинаково, максимум обещания одинаково. Ну, злого персонажа у нас все равно не получится отыграть, поэтому мы спасем, наверное, все-таки торговцев. А можем и то взять? Мы взяли и то здание? Да ладно. Окей. И какое здание мы тогда из этих двух будем выполнять? Ну, ладно, на месте, думаю, разберемся. Так, давайте посмотрим. У нас довольно много очков, кстати, обычных, которые мы можем на все потратить. И я хочу потратить на какую-нибудь интересную магию. Стена огня не интересует, огненный шар. Боевой рывок. Было бы для нас неплохо, но нет. Мультиудар. Молния. Ярость богов. А, нет, я помню это заклинание. Ярость ада. Кулак воли. Невидимый союзник уровня 1. Замедление времени. Слушайте, а вот это на самом деле довольно интересное заклинание, и вполне возможно, что оно будет для нас полезным. Давайте его вкачаем и хотя бы попробуем, как оно, посмотрим, как оно будет действовать. Я только учусь. Да. Сейчас напугаем всю гильдию своими заклинаниями. Вот оно. Замедляет, кстати, не очень надолго, но, в принципе, нам хватит. Да. Замедлить, и если много врагов, это будет весьма полезно. Ну, сейчас, мне кажется, больше всего интересует, как мы умудрились взять два здания на одно место. То есть и убить торговцев, и спасти торговцев. Или это в разных местах они были. Что-то я как-то до конца не разобрался. Ну ладно, давайте сейчас обещание посмотрим. Спасти торговцев, убить торговцев. Калышом опять нам предлагают это сделать, не получать урона, не использовать оружие, стандартная схема управления, не убивать разбойников, спасая торговцев. Мне ничего за 8 минут. Да не, не хочу что-то я сегодня обещания какие-то давать. Эй, вы шутите что ли? Без обещаний сегодня, все. Слава героя, закон. А тем временем надо кое-что сделать, нам очень интересно. Но для этого надо убедиться, то, что у нас достаточно для этого одного предмета. Так, нет. Как же неудобно вот эта вот менюшка сделана. Не знаю, может, конечно, не надо привыкать. Я не так часто играю, не так часто пишу эти серии, но вот если вы только придете в игру, да, начнете играть, то эта менюшка, она крайне неудобна на самом деле. Надеюсь, на ПК, в ПК-версии. Ну, да, в принципе, можно будет все это делать мышкой, там будет это удобнее. Нежели запоминать то, что верхняя прокручивается на RB, LB, нижняя на LT, LB, LT, RT, а еще ниже строка прокручивается с помощью грибка, но это крайне неудобно. Так, ладно, у нас много-много хрустящих цыплят. Это значит то, что мы можем творить бескорыстное зло. Так, ну не здесь маленько. Для этого нам надо портал великолесия. По-моему, сюда. По-моему, это наиболее близкая точка. Я, по крайней мере, надеюсь, то, что это она. Да, мы будем открывать демона-стража, который просит сделать что-нибудь злое. По-моему, убивать перед ним людей это не вариант, то есть это не помогает. Поэтому будем действовать по-другому. Давайте посмотрим, как работает, кстати, замедление. Время мы замедлили. Ну,
ну и просто все замедляется, да? Окей. Не особо такой, кстати, заметный эффект, но думаю, он нам поможет. Так, кстати, мы не в ту сторону бежим, на самом деле. Нам надо двигаться вот сюда. Да, вот он, тот самый демон-страж. Привет, приятель. This is the deal. You perform an act of great evil in my sight, and I'll pop open. Приятель, смотри, ты сам это попросил. Так. Сейчас главное найти этих цыплят. Хрустящий цыпленок, вот он. Назначить надо его на какую-нибудь кнопку. На низ вот назначим пока. Окей. Смотри, что я буду делать сейчас. Я буду творить искреннее и бескорыстное зло. Эй, приятель, да ладно, ты не хочешь на это внимание обращать? Я съел уже 10 цыплят, я стал очень-очень злым. Да ладно, в классическом... Я знал то, что это действительно злой поступок. Съесть 10 цыплят прямо... перед его лицом. Перед его лицом. Хоть оно и каменное, но все равно. Окей. Да, открылся. Вообще, я не до конца понимаю эту шутку с хрустящими цыплятами. Почему это считается прям таким-то злом? Наверное, потому что сам никогда не пробовал этого делать. Ну ладно, неважно. Что ж, а за этим демоном-стражем таилось на самом деле болото. Болото, полное колючих и противных... даже не знаю, как это назвать. Сорняков. Назовем их сорняками. Окей, ладно. Дождик такой поливает. Правда, самого дождя не видно, но где-то он есть определенно. Ладно, где-то здесь должен быть сундук, на самом деле. Вот он, этот сундук. За каждым демоном-стражем, насколько я помню, в первом Фейбле находится сундук, в котором нас ждет какая-нибудь награда. И в этот раз это был молот Веллоу. Веллоу, окей. Веллоу правил северными горами Древнего Королевства. Его военачальники сражались молотами, которые, по слухам, были сделаны из прочного, но очень легкого металла в тайных шахтах. В тайных шахтах. Окей. Молот принадлежал самому Веллоу. 120 урона, кстати говоря. Модификатор укола. 30 тысяч стоит. Довольно легкое оружие. Ой, что мы делаем? Нет, 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 не надо. Мишка, уберись. Так, давайте посмотрим, что это за оружие. Какие оно нам бонусы даст. Угу, кстати, столько же урона, сколько у нашего молота, но это оружие гораздо лучше. Во-первых, у него оно легкое, то есть мы будем им довольно быстро бить, это раз. Во-вторых, тут два модификатора укола. Я, правда, не знаю, что они дают, что они делают, но я думаю, в скором времени мы это узнаем. Так оно выглядит. Окей. Окей.
Модификатор, правда, не очень красиво выглядит, там просто какая-то синяя искра проскакивает по нему. Да ладно. Так, мы также брали задание убить торговцев и спасти торговцев. Давайте почитаем, собственно, их. Спасти торговцев, убить торговцев. Можем отменить, допустим, одно из заданий. Я не хочу их убивать, например. Это у нас выполненные задания, прошлые задания, да. Увеличить. Я, кажется, уже пробовал на самом деле отменять задание, и, судя по всему, это делать нельзя. Что ж, окей, давайте тогда схитрим. Сначала будем выполнять задание спасти торговцев. Для этого нам надо отправиться в Оуквейл. Секс. Кстати, нам портал открыли, да, в этот? Или нет? Ведьмин лес. Нет, не открыли. Ладно, неважно. Дубовый дол. Оуквейл. Окей, так, знаете что, вот это заклинание я хочу сменить на вот это вот, мне так больше нравится, мне оно, точнее, мне больше нравится, оно было более эффективное, чем замедление времени. Замедление времени, по-моему, оно будет полезно при битве со всякими троллями и так далее, ну это такие большие существа, мы все их помним, все их видели. Так, ладно. А что у нас, кстати, там за выражение такое? Похоже на выражение лица Джокера. А, понятно, это зловещий смех. Старое доброе место, в котором мы довольно долго мучились. Хотя на самом деле оно проходит, да, довольно легко. Главное понять то, что даже если убежите, то они вас сразу замечают. Главное близко к ним не подходить. Ну, это так, к сведению. Жалко тут, конечно, не спавнится заново разбойники. Не потому что очень хочется уже испытать на ком-нибудь наше новое оружие, которое мы достали. Затем демоном-стражем. Но 120 урона, учитывая то, что он два модификатора, учитывая его скорость, это... действительно много. Если мы еще активируем двойной удар, то мне кажется, это будет еще больнее. Не кажется, а так оно, конечно, оно и будет. То есть там 240 урона получается мы будем вносить с одного удара. Не знаю, сколько у типичных здешних
супостатов ХП, но в любом случае это будет неприятно. Oh, thank Avo you're here, sir. The situation is bad, sir, real bad. The bandits are demanding protection money from the traders' union and took 3 hostages to show they mean business. The union's refusing to pay up, even though today is the last day. They called me because I owed them a favor, but, well, I just got out of guard college last week and I only got a C- in hostage recovery. Know what? I'll tell you where they are and leave you to it. Let me see. Oh, yes. Now, there's one's down the hill and there's 2 more on the other side of them big gates. All clear? Right. I'm going to make a tactical withdrawal before they see me. All right. Good luck. Здание началось. Спасти торговцев. 5000 нам дадут, 400 репутации. И мы должны спасти всех 3 торговцев, которых удерживают в своем лагере разбойники. Давайте по стелсу. Конечно, стелс наш провалился довольно быстро. Привет, приятель. Как тебе мой топор? По-моему, очень даже ничего. Я не вижу его. Да, серьезное оружие, конечно. Особенно с таким двойным уроном это будет вдвойне серьезно. Ну, ребята, давайте подеремся. Только не надо заходить ко мне сзади, это как-то не по-пацански. А интересно, мы могли замаскироваться под них, одев их на костюмчик? Мне кажется, нет. Это было бы слишком читерно. Арбалетчик. Я то думал, кто поставил мне боевой множитель сбивает? Понятно. Он еще один. Они на меня смотрят, знаете, как на такого дурака. Ну, типа, чувак, и чё ты кувыркаешься? И чё ты вот кувыркаешься до сюда? Ладно, неважно. Просто хотел набить побольше боевой множитель, но... пока я то сюда кувыркаюсь, он быстрее уходит, чем набирается. К тому же, мы все равно иногда пропускаем удары. Вот это вообще было подло. Хокс, ты до сих пор тут? Я тебя, знаешь, кое-куда хочу отвезти, на самом деле. И скоро я тебя туда пойду. Я думаю, многие уже догадываются, куда я собираюсь его вести. Ну, да ладно. Так, ты? You're from the guild. Rescued at last. Those bandits are a vicious bunch. You have to get me out. Окей. Тебя-то мы взяли. Так, охранник? Нет, охранник, постой пока тут. Давайте остановим здоровье и пойдем доставать всех остальных. Или подожди, или мы тебя сначала должны вывести отсюда. Непонятно. Ну, стрелочка идет вот сюда, окей. Ой. Нет, ладно, пошли, пошли спасать остальных, я понял. Нельзя покидать здание, пока мы не пройдем туда всех 3. Один возле ворота, говорили, второй за воротами. Если это так, конечно, по памяти. Так, ну тут возле ворот точно никого нет.
Видимо, возле этих ворот, которые ведут в лагерь два клинка, ну точнее, в его палатку. Ох, сколько тут разбойников. Что-то не получается у меня играть, не пропуская удары. Даже сам до конца не могу понять, почему. Ну, во-первых, смотрите. Здесь очень интересная фишка. Вот я набил удар, да? Ну-ка, давай еще раз прядем. Это не смог заблокировать. В общем, он почему-то не всегда срабатывает. То есть, вроде бы ты зажимаешь вот X, но он продолжает наносить обычные удары. То есть, это вообще бред. То есть, это очень часто меня подводит. Я пытаюсь нанести, то есть, сокрушающий вот этот удар. А вместо этого я наношу обычный удар, и в итоге меня где-нибудь сзади ударяют, и все. И, получаем урон, а боевой множитель сбивается. Это раз. Так, арбалетчики. Ну вот, я вот пытаюсь нанести, и прежде чем я его ношу, я бью обычный удар. Я не помню, было ли точно так же в первом фейбле, но... В обычном фейбле первом, не ремейке. Но там у меня получалось набивать довольно неплохие боевые множители. Мне это довольно сильно нравилось, кстати, этим заниматься. И когда я проходил первый фейбл, это было уже после прохождения второй части, я... немного так скептически относился к боевке второй части, потому что там полностью убрали боевые множители. Ох, ты меня еще убил, да? Ты глянь. Так, одного торговца даже в клетку посадили. I suppose I should thank you. Took your precious time. You any idea how long I've been waiting to be rescued? We can't stand here all day talking, though. We gotta leave now. Пошли. Так, один. Там второй. А что за третья зеленая точка тут ходит, меня немного беспокоит. Ты кто? А, это бойцовский клуб, понятно. Пошли со мной, приятель. Excellent. It's just that sometimes you... Что ж, вроде бы все. Их же трое было? Вроде бы да. Один здесь, двое тут. Кстати, а куда делся третий-то реально? Тот это охранник, это Хокс, или как его зовут. Ладно, неважно. Будем надеяться, то, что мы его уже вывели.
нет. Где третий охранник? Ой, третий охранник, говорю. Третий торговец. Довольно странно, на самом деле. Почему мы его не видим? То есть, обычно они должны отмечаться зеленой точкой на карте, но тут его нету. Ребята, где ваш друг? Насколько я помню, он исчез сразу же после того, как я пересек вот эти ворота. Но тут его нет. Значит, он за воротами. Странно это, конечно, все. Где ваш приятель, а? Куда он делся? Ava, we blast. I'm safe. Pardon my abruptness earlier, I didn't mean to be ungrateful. You have Thomas Merchant III's heartfelt gratitude. Надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока!